Анна Катунина. Мне 11 лет. Считаю себя творческой личностью, так как у меня много интересов, и все они связаны с искусством. Раньше занималась эстрадными танцами и с нашим коллективом участвовала во многих конкурсах и фестивалях. Оттуда же у меня много дипломов и наград. Люблю заниматься вокалом, и у меня это довольно неплохо получается. Занимаюсь рисованием и мечтаю нарисовать портрет моей мамы и подарить его ей. Мой папа – писатель. Он пишет рассказы и басни. Иногда мы вместе сочиняем их, но также я могу сама. Также я занималась в театре и играла в многих сценках и спектаклях. Сейчас я учусь в киношколе «Нова мода». Приняла участие в детском киножурнале «Байки». И совсем недавно участвовала в проекте «Голливудия», где сыграла роль греческой богини на День влюбленных. Также я сама придумываю и снимаю для школы клипы. Очень хочу себя попробовать в роли ведущей на телевидении. И думаю, у меня это неплохо получится. В будущем я мечтаю сняться в полнометражном фильме в главной роли.